They double. Ended, you and I. See ya. I am under attack. Let's take bomb time. What the fuck are you doing? I can't die. Oh. Your middle tower is under attack. What must be discovered? Like, he thinks he's close, but he's not. You armor me? Nothing more. It's fucking Tencent, dude! They own the Chinese community! They've gotta get the fucking PUBG had the same problems. Tencent's pushing on that. League owns China. They wanna push out fucking Dota 2. So what do? Do they attack Dota 2 because they're a worse game? No, they're a worse game. So they gotta go through the fucking government and the fucking fans pushing it on racism. League of Legends, baby! That's the enemy we should be fighting right now. When you say ДД, пожалуйста. ДД и фантомка. Пожалуйста, только не ДД. Нет. Это же сейчас может быть просто минус игра. Я смотрю, со стороны вижу Империи. Пока что они все вслепую делают. Фантомка показалась в центре. Показала ДД. Я думаю, Нави не полезут. Но Нави на возвышенности. У Нави позиция, по-моему, поинтереснее. Но очень опасно. Скинг. Кастует пульт. Прыгает, глушает. РП. Ответочка. Тут же. Ой, с ДД. Если она сейчас выйдет, она входит, она прыгает. Бог ты мой! Ну почему? Почему все произошло именно так? Два героя без байбека. Кунка под ДБ пытается Курьер уйти. Вписывается в драку. Да, ну, тоже все, догоняет это, Кунку. Это конечная. Магнус увозит. Надо сказать, героев. Конечно, надо отдать должное Магнусу здесь. The whole artifact thing is so fucking stupid. The other day I was reading somebody complaining that they couldn't grind for chances to unlock stuff. Free your mind from mobile gaming, you goddamn fools, all right? The grind is only there to make you get upset so that you actually just spend money. Just spend the money like an adult. Go mow a lawn, all right? Spend the freaking money. No, but on a serious note, somebody did send me the money, so I will reveal for the stream, I do know who OG's fifth player is. And stop. What? Owen's making faces. Why? Well, wait, someone gave you money? No, they didn't. Yeah, it's going to be our guy. Drum roll, please. That's Brian Banana Slamma Jamma. BSJ! Cannavan. BSJ! Coming to the TI winners to bring into the second title. Everybody tweet at Banana Slamma Jamma. Вообще себя. Джаб, кстати, это и делает на верхней линии. Посмотрите, он идет ставить вард, похоже, через вард противника. Дина ставил чуть ближе. Нет. Второй он не будет стоять, просто атакует. Да, они тут просто, да, Гримстроук начинают уничтожать. Тимтек очень хорошо работает с медведем. Правда, у медведя могут быть проблемы. Реводж, великолепный сноубол! Шикарная игра. И Мунминдер потратил свой важнейший кулдаун в ник. И, кстати, на самом деле, не очень частый выбор Накса, но мне очень нравится. Не-не, не Накса, Инзу взяла Лина, а не купила себе Юл там дело. Я понял. Тайдхантер под ударом. Тайдхантер. Ну, просто изничтожили его. Тут, конечно, Тайд у тебя хило получается, не хило. Да, подагрили Тайда, но забрать его тяжело. Отличный стан от Кентавра Тайдхантера по трем героям, вернее, по Мишке и двум героям. Но за счет этого не смогли ничего сделать. Надо дождаться фантомку. Надо дождаться фантомку. Выигрывает просто время. He doesn't benefit in any way from that, but then there is, of course, the spell amplification. I guess it's not that much either. But yeah. The first double null for Last Thing isn't too bad because your Zeus base damage is way better than it used to be. Oh! That was a snowball and a half. Oh. My god. DJ is pretty good. Уроны наносят. Отбрасывают в воздух. Фантомка. Фантом уходит еле живая. Кристаллайз все еще жив. У него все еще есть Эгис. РП. Очень неплохой РП. Фантомку сейчас вернут на крест. Возвращают на крест. Кристаллайз. Мисы. Мисы спасают Фантомку. Сонейка получает крин на 1200. Сонейка в таверне. Ну и Кристаллайз сейчас должен здесь реализовывать свой Эгис. Медведь. Медведь прикапывает его. Фантомка рядом. Манту использует. Прокатывается. Медведь. Еще один Savage Roar. Кинжал залетает. Кристаллайз начинает перекачиваться. Но урона уже нет. Кристаллайз. Волна 4 секунды. Попытается, может быть, откинуть фантомку. Да, откидывает ее. Волна. Savage Roar. Отличный, великолепная игра от Кодос. Black Hole.
What was that, Earthshaker? What's the Vega? I don't understand the emotes. All you need to know on Twitch is Pepega Gachibas and Tryhard. Well, I don't know. Ice. Jumps in, catches three, able to get them all four. Units is on in there as well. They're all going to start falling apart, and DJ able to control up this Tidehunter. Do they have enough damage? They've already bought back on the Lina, trying to get into this fight. With Ravage available, it looks like they're just going to have to give up at this point, though. TP's in. There is no buyback on Tide. Jakiro is dead as well, and PA gone. When it rains, it pours. They are all falling apart. The Lina just bought back. You can't lose Aja right here. Yes. แล้วนี่ครับชักเกิดปล่อยต่อครับโอ้มาจิ้มนักดิสอ่ะนักฟิงคลิปครับทุกอย่างมาทุกอย่างจัดเต็มครับลงกันเดอร์ใส่นะเข้าไปต่อเมื่อไรไทยซาเวนอใส่ต่อยครับผมเมื่อไรไทยเมื่อไรเขาจะตายไม่ตายสักทีโอ้โนไอ้จะหมดโดนแฮงต่อยไม่หยุดทิมเปอร์เชนออกไปได้ผมชักคลาปาดไปครับผม Oh! 108. Nah, I don't gamble today. I'll gamble tomorrow. Thanks for watching, guys. I am done for the day. Я с другой стороны, я перехват план. Я пока снизу подкачаюсь, нормально. Она охуеет, я наперед просто ебать. А я умер. Я здесь. Ты будешь подкачивать. Вот оно, по голове, да, а меня тут ебут уже! Унеси! Я все. Я тоже. То легионку раскачал? Я как-то мимо проходил. Да я от нее был. Андрю? Я суппорт, я спойшу. Бля, опять собик какой-то пососбу. Да. У меня вопрос, а мы типа на приколе или мы просто хуёво играем? Не знаю, я на приколе. Ну ладно, парни, я соло матчмейкинг пошел. Всем счастливо. Очень весело это, но я думаю, я продолжу реально в соло матчмейкинг, это мне никакого удовольствия не приносит. Дорогие друзья, пока трёх. Бля, нужна подсветка. Okay. Нет, подождите, я хочу быть на фото. Постой, Войд. Войд, остановись! Войд. Ты пор, сука. Я хотел на фото быть. О, вот и я! Урод, блядь, просто урод. Так красиво зашел, блядь, сука, ненавижу. Тима. Вот так тима сзади, как нырнет, байсай, фэр, боб. Как на сэмпер, лейплой, боб, сапнел, как там нет. Драйвит, я бау. Сэмпер, тупо, и дай нырнет, боб. Байл, как тим, но гэм, выгоди, он там, вот, бинг, на то, как и крат, и как боб. О, сэмпер, лоб, там, на то, как Равит, бэк, как. Ты че, как? Telekinesis and a black hole. Maybe on this. Oh, Tabo! With the big hit heal on the creeps. And he can even kill Prada as well. Look at those Necronomicons going to business. Matthew is taking a ton of damage as well. He maintains his juju as well as the poison touches. That Necronomicon minion will make sure he takes out. Triple kill for Tabo. This game, he's broken. He's legitimately broken. I mean, Tabo's a good player. All right. That does not happen often, okay? I think in comparison to most Dota players, I rarely report, and the only time I call someone an account buyer is if someone tells me they're an account buyer, either through DMs on Steam or through chat. But yes, I will sometimes say he's gamer ruining, but I don't often say it to them. I say it on stream, so I only vent to the stream. What if he's the one making the mistake? He will simply giggle or blame his team or cry up the game that there's not this game. This game, my team were carrying me, right? A high rank up where I'm 16-2, where I'm playing off lane OD, dual lane. This game, they were definitely carrying this game, my bad. Most damage done, best KDA, calling strategic moves for my team, where to go and everything, but yeah, it was
I was just giggling and waiting for my team to carry me. You're right, sir. Alright, let's continue with this. I mean, there's plenty of games that get carried. Don't get me wrong. Who was just joking about snipers take aim spell. I didn't put sub. My mods put up mode when text chat's being too toxic. It's not actually me, because I don't have time for that shit. And I was just banning the donator, because I don't want to hear that shit while I'm in game. That's all. Only thing that prevents him is from donating again. Oh no, I'm scamming him. He cannot give me more money. That's such a bad thing for him. Alright, there we go. We went through it.